В наше время нас окружает огромное количество информации и ее источников. Это наши друзья, знакомые, телевидение, интернет, радиостанции, газеты, журналы, листовки, реклама, а также книги, которые мы читаем. Давайте разберемся, чему же мы доверяем. Часто общаешься с людьми? Да, очень. А ты им доверяешь? Нет. Нет. Ну, не всем. Не всем. Но стараюсь доверять. Ну, иногда. Не всем. Ну, не всем. Я больше верю людям, а доверять людям, это, мне кажется, это более такое серьезное слово, поэтому я не очень доверяю людям. Знаете, смотря какие люди на самом деле. Есть люди, те, которым действительно можно доверять, это сразу видно, а есть те, которым даже подходить не хочется, правда. Но в основном, да, я человек доверчивый. Я доверяю в основном, но есть такие люди, которым не очень хочется доверять, с которыми плохо знаком. Ну, определенному кругу лиц. Ну, только лучшим друзьям. Ну, когда как, чаще всего да. Доверяю. Я доверчивый. А вы наверняка пользуетесь интернетом и телевизором. Доверяете ли вы тому, что там говорят? Нет. Абсолютно. Нет. В большинстве нет. Нет. Это нет, там очень много неправды, и надо доверять только тому, в чем уверена. Чему-то доверяю, там, каким-то передачам, там, какой-то информации. Ну, в общем, я так на веру стопроцентно не принимаю никакую информацию, просто складывается мнение, впечатление, о чем там говорят, и все. Так, в основном, там неправду говорят, особенно в интернете. Телевизор меньше, больше интернет. Телевизору верю, интернету никак не верю. По телевизору нет, а по интернету да. Ну, процентов на 40. Ну, я шарюсь только по известным источникам, которым могу доверять. Ну, я считаю, что наше телевидение, в принципе, все куплено, и поэтому как-то не особо. Я не смотрю телевидение, если честно сказать. Я больше в интернете лажу, но там тоже не верю, как бы. Нужно все на своем опыте узнавать. Не знаю. Это навязывание. Телевидение, интернет, все навязывают чужие идеи. Есть такая книга «Библия». Доверяешь ли ты ей? Нет, я не верующая. А ты читала Библию? Да, было как-то раз. Нет. Ну, я не верю во все это. Я как бы атеист. Нет, наверное, нет. А ты читала ее? Да. Детскую, правда, еще давно начитала. Все-таки содержание знаем. Есть такая книга «Библия». Доверяете ли вы ей? Нет, я не читаю христианские, а религиозные, получается. Книги никакие не читаю. Ну, это вопрос спорный. Я, конечно, ее читал, но, опять же, не всему я этому верю, вот, потому что люди, все мы люди, мы все допускаем ошибки, а Библия писалась людьми, поэтому дословно всему то, что там написано, верить не стоит, я считаю. Нет, не доверяю. А ты читал когда-нибудь ее? Да, читал. Взрослую? Полностью? Вот это вот я в детстве еще читал, я вот это, и все, а так взрослый, не знаю, какие там было. Сложно, конечно, ответить, так как я еще не читал ее усиленно, так, чтобы уж вникать в нее. Пока сомневаюсь. Еще, 50% у меня уже в голове есть, что это правда. А ты читал ее? Нет. Я не читал Библию, к сожалению. Но, наверное, доверяю тем цитатам, которые там написаны, и о которых говорят люди, и доверяют. Ну, верить, да, верю. Доверять. Когда людям всегда плохо, они чаще всего обращаются к этой книге там или к Богу, можно так сказать. А ты читала Библию? Ну, в детстве, да. Если честно, я не читал Библию, хотя как бы у меня была в детстве такая, ну, у всех, наверное, была в детстве такая книжка там, где с картинками, Библия в картинках называется. Вот, ну я посмотрел картинки, ну, если честно, я не читал Библию. Хотя, как бы мне многие друзья говорят, что, блин, все читали Библию, почему ты не читал Библию? Вот, но я не читал Библию, я не знаю, что там написано. Вообще, в Библии, да, я думаю, что да, это серьезно все. А вы читали ее? Читала в детстве, давно. Библия, ну, она учит жизни, в общем. Я доверяю, как бы ее писали давно, в общем-то, чтобы жить хорошо людям. Вот, да, доверяю. А вы ее читали? Сам так маленечко совсем.
Я не, там не давал слишком так уж подробности. Доверяю. А вы читали ее? Однократно, но точно уже не помню всего. Да, я верующая, я доверяю. Ты ее читала? Да.